В жопу интро, приступим. И всем хай, мы продолжаем проходить Dying Light, а именно Хеллерин какой-то, короче, по аду мешкаем, лазим, короче, пиздюлей всем раздаем. Идем за какой-то Аннабет или кто там, Анной. Короче, хрен пойми, вы что так быстро, пацаны, встаете? Не надо этого делать. Я не разрешал. Тебе тоже. Ты посмел меня укусить, кусок дерьма. Так, ладно, так, найдите место проведения ритуала и сорвите его. Хуя он умный этот черт, блин. Сидит там. Наяривает, а я тут копошусь со его проблемами. Так, ладно, надо отступить немножко. Повышен уровень Хелдрана. Нормально. Но эти слотные мудила. Даже плюнуть нормально не может. Фу, блин. Так, меч, 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 меч. Лук, 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 лук. Осквернённое правосудие. Так. Головолом, головолом. Вот это вот разберем. Зловещий скипетр. У нас прочность-то маленькая, так. А тебя этот возьмем. Клинок глини разберем. Головолом пусть остается. О! Ой, две пушки. Расчленитель 367. Нахрен нужен он. Боевой молот, так. Зловещий скипетр. И головолом у нас. В принципе, нормально, короче, пойдемте. Ой, что-то я уже записываю какой там третий или четвертый выпуск подряд. И уже немножко устал болтать. Бывает же такое. Хелдран будем проходить. Хелдран. Хелдран, Хелдран, Хелдран. Здесь ничего нету. Так, минуту. Да? Чё? Здравствуйте. Давай 8. Мне надо будет съездить за мамой, потом буду. Или через 40 минут позвони. В рыбный. Давай. Так, да что ж такое, нас снова отвлекли звонком. Так, этот музон нас кислотич не отравил. Как они мне не нравятся, эти кислотики. Фу, блядь. Щитоносец, щитоносец, это не есть хорошо. Так, вот эти не особо сильные. Так, через себя мудака я перепрыгну. Так, у меня опять хп нету. Давай, давай. Все, нормально. И что, никто и даже хилочку не даст? У этого вообще пусто. Вы что, охренели? С пустотой на меня нападать. Фу, не приходите больше с пустыми руками. Зловещая херня, которая типа нам должна сбивать кого-то, но типа всем кому-то похрен. Так, я сундук хотел открыть. Так, ладно. Может, у тебя хилочка будет? Нет, у тебя хилочки не будет. Берегись. Так, нормально. Да твою бабу, твою электробабу.
случилось, почему они так резко стали мешочками. Топорики, топорики, всякая херень. Так, оглушающий, так, нормально. Так, судя по всему, у нас инвентарь полный, да. Головолом, головолом, 587. Давайте вот тяжелое оружие сломаем. Мне тяжелое оружие вот вообще не нравится. Меч разбойника, вот то, что нужно. Правда, зеленый, но все-таки меч. Хилтран, блин. Давно он вообще успел появиться так? Новый... Чего? Да... Ты что, сука, такой, а? Козёл, сука, щит все принял. Какие меня не раздражают щиты. Так, нормально. Нормально, третий под горячую руку. Давай, четвертый тоже. Так, ты медленный. Так, я понял. Понял свою ошибку, понял свой косяк. Идем зелье. Тише. А чё мне, типа, зелье бега стоит? Зелье скорости, нахрена мне зелье скорости? Да мне нужно зелье силы-то. Пьём зелье силы. Так, ладно, минус один. Поломал. Как мне хер делать? Инвентарь заполнен. Вот это ж, да что ж вы будете делать-то, а? Так, ладно, понятно. Так, снова вносливость на нуле. Перепрыгнуть. Пьем. Понятно, я бью сломано, и мне никто ничего не говорит, так. Так, ладно, у этого сколько? 370 нахрен нужно. Я думаю, что у меня резко вот так ваншотить-то перестало, а? Вот думаю, что ж, сука, не так-то, а? Вот, нормально. Вот, нормально. Вот, нормально. Нормально. Так, давайте вот этот зловещий скипетр возьмем. Все, нормально. Все, что ли? Кончились. Так, вот это вот. Ага, здесь... А, нет, здесь сундуки просто. Вы нашли секрет, называется. Так, тебя мы сломаем, тебя мы сломаем. Здесь две пушки у нас. В принципе, говно на говно поменял. Секрет, блин, нашел. Да его искать не надо было. Я просто удирал от них и все. Так, наверху он где-то. А как мне наверх залезть-то? Понял. Типа паркур немножко добавляют, элементы паркура. Паркур.
Фортун. Чары разрушены, теперь ворота открыты. Ну спасибо, что сказал. Я бы не догадался, наверное. Вот знаешь, прям вот не додумался бы вообще. Найдите место. Так, ладно, пока в другую сторону сходим. Найдите место проведения ритуала. И сорвите его. Так, опять оружие. Так, головолом сломаем вот этот нахрен. Меч разбойника. Так, туда мы уйти не можем. Я неправильно ворвался. Хелия. Хил. Так, издошим. Пиздошим красиво. Всех пиздошим. Запиздошиваем. Тупо. Какая живучая баба, а? На, сиськи потрогать. Это последний, давай поищем вход. Так, ладно. Кто ты такой? Тебя ебет кто? Вот тебя ебет кто такой? Не твое дело. Пизды пришел тебе давать, знаешь? Она, кто ты такой? Кто ты такой? Еб твою душу. Так. Я так понимаю, где-то есть тайничок. Как-то можно сюда попасть. О. Еще. Еще. Нормально. Думаешь, ты можешь помешать неизбежному? Хрен там, не думаю, а знаю. Ну погнали с двух ног. А может, ну его нахрен. Так, ладно, нам нужно тогда, я понимаю, меч разбойника 498. Так, прям тяжелое оружие разберем. Я с тяжелым вообще не очень. 530. Давайте вот это вот разберем. Страдающий кто-то там. Что страдающий у него? Крестоносца. Страдание крестоносца. Блять, гнилок клиди. Понял. Почему я сразу не мог? Не надо бороться, присоединяйся ко мне. Он не сможет защитить тебя вечно. Так, осторожно. Это засада. Так, бьем дел. Зелье силы. Сносим всем хлебальники с одного удара. Уходим. Так, вроде засада пока месть не очень тяжкая такая была. Пока месть чувствуем все. Чувствуем себя нормально. Чувствуем себя на все 100.
Чё? Я в деле. Сейчас от этих мозгоёбов сейчас убьем. Так, плюс еще один. Так, давайте добьем его. Так, ладно, огненные бабы, они бешеные вообще. Самые опасные вообще. Еще одна огненная баба. Еще одна. Там и вторая еще. Так, надо бежать. Бежать и хилиться. Так, нормально. Бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. О, повышен уровень силы. Я ж тебя убил. Все спокойно. У тебя получилось, друг мой. Этот череп. Все, что осталось от нашего возлюбленного царя. Да вообще насрать. Совершенный Анат начала проклятие Ваалу. Осанки царя единственное, что связано с этим миром. Так, принеси мне череп. Я знаю, что делать. Череп. Вернитесь к Люциферу. Сейчас я пособираю. Хотя бы схилочки свою отобью-то. А то охренели, блин. Толпой налетели, как не знаю кто. Как коршуну, блин. И всех... А нахрена? Что фиолетовое там? Ох ты, какой клинок. Так, это у нас что так? Стань экспертом боя, вы получите еще больше выносливости и доступ к набору, так... Все, мы эксперт боя, так, инвентарь пока месь. Вот эту вот хуйню мы разберем, конечно. Страдания крестоносца оставим, меч разбойника оставим, пока месь вот это возьмем. Так, мы вот это вот разберем. А вот это вот страдания крестоносца, ну-ка я хочу на него посмотреть. В принципе, нормально. Так, я дособирать хотел. Монеты, 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 монеты. Когда же они пригодятся, эти монеты? Нормально. Зелье выносливости. Мы завязали всякие зелья там. Пипец, блин, трупов. Зато хилочки есть. О! Меч разбойника. Инвентарь в смысле? Так, меч разбойника все забираем. У нас все больше и больше фиолетового оружия. Так, ладно. Забираем, 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 забираем и идем дальше. Так. Не пойти убить, прятать. Убить 5 врагов метательными флягами. Понял. Заказ. Так, вернитесь к Люциферу. Наше задание. Наше брожение по аду. Ты молодец. Сторонники Анат деградированы. Мы должны нанести удар, пока она не может ответить. Нужно уничтожить череп и разорвать связь.
Верни Анат в адскую бездну, где ей самое место. Бля, он нас не кинет. Пройди через портал Люци. Так. Здесь у нас награда, да, и получается? Зайди в оружейную комнату. Так. Ага, сострадание, вот, пока месь. Оставим. Так, у нас что по инвентарю? У нас, блин, полно всяких хрени. Так, зелье выносливости есть. Зелье скорости, оглушающая фляга. Это вот разберем вот так. Короче, нам пятерых нужно метательными флягами грохнуть. Так, ну-ка. Оглушающая фляга. Зелье скорости. Кислотная фляга. Все, понял. Сейчас грохнем, выполним. Ладно, Анат, мы идем за тобой. Твой голос слаб. Он достаточно силен, чтобы возвести в твоем поражение. Да, в твое. За счет меня, блин. Как нечестно, знаете, ребят. Я чувствую себя использованным. Нахрена мне еще монетки эти, я не пойму. У меня чисто уровень боя вкачанный. Закрыто. Приготовься. Да я уже знаю, что. Сдохните, мудаки. Так, ладно, перепрыгнем через тебя. Пока здесь побегать надо. По кругу. О, скелет с синими глазами. Прикольно. Скелетоны с синими глазами пошли. Так. Что такое набор реквизиции, а? Все? Так, зелье хило, пусто. Так. Подожди. Задание. Жертва арта. Раскрой тайна храма. Так. Ненадежные уступы. Убей врагов. Сбрасывай своих с уступов. Ладно, хрен с ними. Так, обыщем на наличие аптечки, пацанов. Пацанов на наличие аптечки. Так, ладно. Почему я не удивлен? Я тоже кидаюсь, пацаны, прикольно, да? Так. А вы что, не сдохли? Так, ладно, в принципе, я вас руками добью. Ты еще и в ответ рукой лупишь, охренел что ли? Блин, что-то не сколько вообще урона. 400 у этого, 530. Так, давайте сломаем вот это. Меч 498 и 700. Вот так сделаем.
А что я сундук не заметил? О, кислотная фляга. Норм. Норм. В принципе, кислота помогает, когда они вот так толпой штурмуют. Знаете, довольно-таки помогает. Смерть и разрушение. Вот что ждет мир, если мы не остановим. Так, здесь у нас что? Опа-на, по тайнике, так понимаю, да? Судя по всему, да. Клинок глины. Гнили. А, ладно, дверь так нельзя открыть. Все, в этой комнате больше ничего нету. Как теперь мне с нее выйти? Ладно, потайники здесь у нас теперь. В открытую нам комнату не дают. Все, по идее, все сдохнуть должны. Все, говорю же. С этим можно вот так решать, короче. Там странно зачем. Зачем этот пацан нам нужен? Ну нахрена он нам нужен? Вот нахрена он там стоит, он мне теперь покоя не даст. Мне теперь надо на него запрыгнуть. Ладно. Мне сегодня снится, сука, будет. Не может же он просто так стоять. Наверняка тайничок какой-то есть. Сука, эти приключения водой, они, блин, шаблонные. Выследите она. Так выслежу, как пизды. Чё? Я выследил ее? Блять, опять порталы. Да ты сдохнуть должен был после первого удара. А как я тебя отравил-то? Так, ладно, нормально. Повышен уровень Хеллдрайна, блин. Особый. Так, понял, сваливаю. Бля, вот здесь его подпорвится. Он прям так и летит. Так и летит, так и фармится лететь. Так, у нас нету. Так, ладно, мне тап нужно взять посильнее. Так, один. Поглушающая фляга. Ай. Один нормальный пока все у нас. Так, нужно и меч мы разберем. Так, это тоже разберем. Меч разбойника у нас есть, 530 урона. Расчленитель какой-то говно. И зловещий скипер 444. Так, я фиолетовый хочу оставить на босса. Хрена они живучие, эти гигантские. Так, за щитом вообще не душится, да? То, что чел за щитом, который не глушит, это не прикольно. На него должны оглушения срабатывать, по-любому. Да.
все нормально. Меч разбойника, нормально. Такие. Легендарный боевой молот 1200. Все-таки легендарный, давай возьмемте. Хотя бы ради. Так. Синий меч, теперь даже не подхожу. Я зажрался. Так, инвентарь, давайте его просто разберем. 12 монет. Серьезно. Я зажрался, пацаны. Не судите строго. Я на всем фиолетовом тупо сижу. Фиолетовый цвет царей. Так, топор, топор фиолетовый, сами в жопу засуньте себе. Мне не нравится медленное оружие. Вот вообще не нравится. Зачем мне медленный удар, если я могу сделать с обычного оружия сильный удар? И будет по урону в основном одно и то же. Так, мне нужно баночку, скляночку выпить. Баночку, выручалочку. Ух ты, бля. Ай, кто мне под зад дал? Я не верю, что это все. Ты что ли последний? Так, еще один вот клинок. Я говорю, я уже зажрался, я фиолетовый не буду собирать. Ой, только фиолетовый буду собирать. Нахрен мне что-то еще собирать, если есть фиолетовое. Ты что, совсем нюх потерял? Вот эта баба пипец сносит, агрессивная. Что, жива еще? Владыка Асморт положил. Владыка Асморт, моя коллекция полна. Она призвала самого преданного ей демона. Мужайся. А чё, почему я-то, блин? Разбирайтесь сами, ваши семейные разборки, не мои. Нет, блин, меня в это впутывают. А сам, блин, там сидит очкошник хренов. Так, мы монетки пособираем. Потому что в них есть целительные зелья иногда. А вот целительные зелья нам нужны. Так, нам сюда, что ли? Так. Нормально. Он тупо отрезает части тела сходу. Не вставай, лежи. Тоже не вставай, лежи. Все нормально. Там 13 монеток. Я уже 5 косарей собрал их. Нахрена они мне? Кстати, какой у меня уровень в этом? В Хеллдрайт. У меня уже немного осталось. Боевой молот следующий. Так. Ага. Потом. Броня налетчика.
Да тут и чё там? Последний, блин, так понимаю, на броне налетчика типа уже конец, остальное типа для этих, для фармеров. Взрывная фляга. Остальное для фармеров, да? Да, типа я понимаю, я понял. Я понимаю, я понял, я уже заговариваюсь. А ей похрен на оглушение. А хер ли, она электричеством кидает, ей похрен-то. Все что ли? Две бабы было просто. А понтов-то сколько было? Так. Что я понимаю, так, инвентарь, там оружка будет. Так, а у нас все фиолетовое, только вот боевой молот есть. Так, он нахрен нам не нужен. Фу, говно какое-то. Так, возьмем мы, пожалуй, кислотную флягу. Так, это что у нас, от тайника? Нет, от двери. Так, это место таит множество секретов. Да ну нафиг. Бам, с ноги выбиваем двери. Без боя Анат не сдастся. Нам куда сейчас? Понял. Так, что носит хрен с ним. Пока не с... Ай, почему я через больших не могу перепрыгнуть? Еще один щитоносец, да вы издеваетесь. А, у меня же есть эта сканочка. Да твою! Я ж думал, ты дальше будешь. Вот так вот нормально будет. Иди ты, ёб твою душу. Беги, 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 братело. Ух, сука. Понял, почему я опять не наношу урон. Понял. Так, отбежать надо, отбежать. Баночку, скляночку, баночку, выручалочку. Псих был. Тум.
Так, чуть-чуть пройтись надо. Вот ты бегать начал. Под горячую руку чел попал. Нахрена мне этот легендарный, блин. Так, тоже топорик. Так, меч разбойника давайте возьмем. Пока меч я ничего хорошего не вижу, и молот их тоже разбирать смысла не вижу. Они, блин, со щитами, вот со щитами еще, знаешь, был бы смысл, если бы у меня был бы щит так же. Ну, сука, у них такие долгие замахи. Так, давайте вот это, где? Вот он, его разберем. Так, 724, 780, 780. 380, 721, давай вот это разберем. Так, все. Мне нужны хилочки сейчас. Хилрейт. Так, ладно, пока есть небольшие приросты. Да и к тому же все уже фиолетовое. На фиолет мы пошли охотиться, короче. На! Окей, а что, здесь никого не было? Пусто, пусто. Так, окей. А сейчас мне куда? А, сюда типа вылезти надо было, ну блин. Ей войска... Ее войска на чем? На поддонах. Ой. Я понял. Так, мне пока не нужно так сделать. Так, я хочу теперь взять взрывающуюся флягу. Так, стой. Нормально. Не кипишуйте, пацаны, все окей. Кислотная фляга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вставай, 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 вставай. Беги, пацан. Беги, что есть яйца. Так. Я понял, все херня, что вот это вот, бросками. Взрывающимися надо быть аккуратней. Зелье выносливости, блин. Владыка Амор? А чё, где он? Так, очередной босс, да? А, не Амор, а Асмор, да. Ну и где он? Так, главное, я понял. Против тебя нужно зелье скорости. Ага. Ишь ты какой. У меня целебное зелье есть. Что у меня? Зелье выносливости есть. Так, зелье выносливости давайте. Так, стой, мне нужно кое-что другое поставить. Хуя-то, конечно, там. Thank you.
Окей. Что это было? Я понял. Окей. Этот крыса еще и других призывает. Он чисто не по-пацански. Ай, козел. Вот козлище. Чтобы успешно завершить забег в Хлорбранд, соберите три ключа камень и разместите их на арене. Так, так вот, откройте дверь в сокровищницу. Так я это уже сделал. Угу. Ай-яй-яй! Что за хрень-то, а? Угу. Да ну его нахрен. И как мне его победить? Вы можете отправить совнабег, войдя в красный портал в кабинете Люцифера. Ладно, он хилит с хпшки, я понял. Так, ладно, я понял с ним. Это не такое. И как мне с ним бороться? Ага, он тупо бегает за мной. Я думаю, таким темпом мы ничего не добьемся. И как тебя победить, владыка Амор? Понял. А как ты меня зацепил-то, а? Ладно, окей. Так, подожди, что мне есть? Может, взрывающие сляги? Так, стоп. Взрывающая сляга, вот она. На моей взрывающейся фляге. Так, судя по всему. Я ему так даже урон не наношу. Не наношу. Зелье в... оглушающая фляга. Может, она поможет? Ну и что мне в этот момент делать? Ну вот как? Так, достигните 8 уровня, и вы получите боевой молот. Надежное и брутальное одноручное оружие. Так, что у меня есть? Ржавые бритвы, блин. Так, 908, 780, 800, 800, 700, 855. 847. Ай-яй. Так, ладно. Нет, они не наносят ему все-таки урон. Незначительно наносят.
Да беги! Так, ладно. Ага, меня еще и призрак ушатал. Зашибись. Очень круто. Так, Хилдебранд, мощный лук, оскверненный, правосудие. Ладно, это все херня, я понял. Ага, почему я не попал? Заебись, он, главное, мой удар парировал. Значит, будем драться мощными ударами. Сука, какая же ты. Со своей заморозкой, как же ты меня уже за... колебал. Нехорошо это заморозку использовать, братан. Просто бежим. Да я твои ворота шатал. И как мне с тобой сражаться, не подскажешь? Так, у меня что есть? У меня сейчас вообще чувство теле выносливости. Давайте его хряпнем. Так, понял. Надо отойти. Блять. Какой же он мудозвон. Несчастный. Банку срочно. Еще банку надо. Пиздец. Ну и как вы победите, объясните мне. Ладно, в упор с ним смысла нету, драться тоже. Да я ж уклонился, да я ж твою ж душу. Да беги. Так, пока меч надо. Понял, не варик. Понял, получил леща. Пиздец. Ну и что делать, подскажите, а?
Как его победить? Где чертежи есть что-нибудь? Аптечка есть? О, у меня есть сила. Это что такое у нас? Ваше тело становится крепче и может выдержать еще больше урона. Так, давайте тогда вот это вот и сделаем. Да я ж уклонился. Вы мертвы, вы потеряли 800 очков выживания. Так, в режиме забега есть записки, разбросанные по всему уровням. Охренеть, а ты что так много хп-то себе восстанавливаешь? Ты не охренел ли случайно, детка? Да беги ты твою душу! Сука, как он меня задолбал уже, а? А, здесь вот что-то есть? Меч разбойника. Опа-на! Так, понял. Что это такое? Страдание крестоносца 890. Ну, давайте возьмем его. Здесь все это время были типа легендарные оружия? Угу, понял. Все, понял. Пока мы будем драться с легендарным. Так, нормально, пока мы... Понял, успокойся, чел. Да все пиздец. Так. Нормально. Ой, вы мертвы, вы потеряли 600 очков выживания, так, это мы читали про три ключа, но как, сука, этого говна еда победить-то по-быстрому, а? Ух ты! Видишь, чего он удумал? Сразу зажал на входе, это нечестно? Да ешь. Ладно, я понял. Так, ладно, я понял. Да и кусок говна этот вылез, сука, черт позорный. Бежим. Так, он за мной бежит. Он прокрутился. Похрен, бежим дальше. Нормально. Так, этот хоть одного удара дохнет, говнюк. Несчастный. Так, ладно. Так, ладно, мне главное вот этих чертиков смотреть. В принципе, дать. Так, ладно. Так, опять он за мной бегает.
беги, 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 беги. Нормально уклонились. Так, в принципе, чувствуем себя комфортно. Он прокрутился. Так, мы дали ему тычку. Так, он побежал за нами. Так, две тычки дали. Может даже и три. Вот этого черта надо. Да я ж его шатал. Почему он не сдох опять? Выполнив заказ, вы получите меч Крусули победить лебедь. Включивший настоящего мастера. Сегодня дело силой молнии. Ух ты. Понял. Просто убегаем. На него мы даже не смотрим. Так, ладно. Понял. Сука. Нет. Можем максимум два удара. После второго удара надо сваливать. Так, он опять бежит за нами. Так, теперь нам надо в другую сторону бежать. Нормально, один дали тычку, убегаем. Понял. Ай, да как он? Понятно, два удара делаем, отбегаем. Нормально. Так, живем пока. Так, получили тычку, ладно. Так. Сдохни. Так, надо бежать. Я же уклонение использовал. Сука. Вот так вот, нормально. Так, я уклонился. У него, сука, такой размах широкий, это пиздец. Так, у него размах, сука, пиздец широкий. Как он меня заебал уже. Владыка, у меня для тебя сюрприз. А может ты нахер пойдешь, а? Он еще и кидается какие-то печати, зашибись. Ну и как здесь выжить? Как? Ай, сука. Да беги же ж ты. Thank you.
давай, 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 давай. Так, понял, 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 понял. Так, подожди. Спокойно. Здесь амулет только. Вот она. Все так. Стоп. Понял, 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 понял. Ладно, 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 ладно. Новый прикол с его тенью, блин. Или что, я не пойму. Почему здесь еще нету хила? Гнида! Вот я ж бил этого черта поганого, сука. Ой, хватит, пожалуй, сейчас пройдем его и хватит сегодня, сука, данлайта ебучий случай, как он мне уже, ё-моё, кислотная фляга, чё они сели выносливо, сидели в скорости. Я уже все зелья просрал, ну да. Правильно, почему бы и нет? Так, нормально. Так, ладно. Так, потихоньку вот так делаем. Понял, случайно, братан, попал. Базару ноль. Косяк, понял. Вот это вот нормально. Блядь. Так, он тоже уклоняется. Ух, сука, как он меня... заипарил уже. Сука, беги.
беги, 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 не останавливайся, беги. Так, где он? Бежать нужно, бежать, бежать, бежать и еще раз бежать. Так, ладно, пока мы все. Пока мы вот так идем. Нормально. Да почему, сука, у меня вот в упор урона по нему нету. Что мы можем сделать против него, против этого говнюка несчастного? Ой, ты, блядь! Сейчас сходу убьет, да? Смотри. Пьем. И просто насаемся от него. Это не выход был. Повышен уровень Хилдрейна, блин. Чуть-чуть уже осталось добить, пацаны, чуть-чуть. Угу. Тоже мне замахнулся здесь со своей пипиркой. Вот опять. Мне вот проблема очень сильно мучает, то что по нему урона часто не доходит. Так, нормально. Сука, не останавливаться. Не останавливаться. Нормально, ему пару тычек осталось. Нормально. Гнида, сдохни. Я хочу Инвентарь заполнен. А что там такого заполненного у меня? Чего там? Темный желез? А его типа нужно принести? Награда за следующий ранг. Боевой молот дали, блин. Ой, щит. Чувствую, я уже почти прошел его. Так. Отнесите череп с помощью кристаллов, ладно. Чего? Очистить череп с помощью кристалла. Бэтмен Нетсах, сука, как я заебался. Ой, бля. You saved us. You foolish creature.
Так, что у нас уже по записи? Как я запарился. Сейчас 15 минут. Ты уничтожил единственное, что связано это место с твоим миром. Теперь мы оба заперты в пустоте между мирами. Не мни себе героем. У Ваала много преданных сторонников. В новом цикле уже начался. Ты просто оттянул неизбежный конец. Я вновь обрету силу. Ты будешь страдать. Так. Белью владыки Асморда госпожа Анат ослабла. Благодаря этому Люций смог очистить и уничтожить черепа царя. Единственное, что связывало ее храм с миром людей. Эпилог. И хотя это позволит помешать Анат воскресить Ваала до победы над нашей еще далеко, она отказалась от своей главной цели. Вы должны продолжать сражаться, не дайте ей обрести былую силу. Так, спасибо, что играли во второй сюжетное дополнение Hellwright. Надеемся, оно вам понравилось. А пока мы трудимся над следующим обновлением. Продолжайте развлекаться в Hellwright и охотиться на гранами. Посмотрите, долго ли вы протянете в режиме набега. Все, чего так? Сыграть в аркаду. Нахуй она нужна, я уже заебался. Вот что, задание уже все. Ух. Надо сваливать отсюда. В трущобы. Все. Наконец-то мы закончили этот халт. Шин связался с башней, наконец смогу встретиться. Ух, как я устал с этим еще. Боссом. Все, у меня нервов нету. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Спасибо всем, кто за меня болел, наверное. Но если кто-то болел, то это круто. Я вам премного благодарен. Так, что у тебя продать? Что тебе мог продавать? В этот мир ни хрена не принеслось. Изящный короткий ножик. Силовые кабеля, вот это вот нужно все скупать. Так, все. До скорой встречи, дорогие друзья. Чего? Набор реквизиции. Фузаковый патрон, блин, я аж устал уже. И... Here we go!